Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру. Теперь мы начинаем проходить Пенумбру 2, Дневники мертвецов. После прохождения первой Пенумбры прошло буквально парочка-тройка дней, я маленько от нее отдохнул, и давайте приступать. Насколько мне говорили, вторая часть уже сделана за гораздо большие деньги, и, соответственно, выглядит гораздо лучше. Так, ну обучение я не хочу проходить, так что нет. Будем проходить на нормальном. У меня есть одна просьба. Только сначала я должен кое-что рассказать. Так будет понятнее. Я поехал в Гренландию за отцом. Думал открыть все его тайны. Кажется, это было в другой жизни. Я попал в бурю и укрылся в заброшенной шахте. Шахту завалило, и я остался один. У меня начались видения. Было очень страшно. Потом появился бешеный рыжий, мой друг. А потом я сжег своего лучшего друга. Рыжий сказал, что хочет умереть. И я ему поверил. И я все шел, шел. Пер напролом. Просто ничего другого не оставалось. Нелепый героизм, бессмысленные страдания. Да. Это было ужасно давно. Так вот, у меня будет просьба. Ну и, собственно, начинаем, похоже, ровно там же, где прекратили предыдущую часть. То есть, нас оглушили в каком-то странном бункере подземном, до которого мы добрались через все эти шахты и пещеры. Так. Где это мы? Так, что-то опять с чувствительностью. Давайте-ка мы ее маленько увеличим. Скажем, так вот. Потому что, вот, в принципе, нормально. Даже слишком чуть-чуть, давайте чуть-чуть убавим. Вот так вот. О, самый Тимис. Так, мы в какой-то комнате. Там за стеной что-то какие-то недобрые звуки, надо сказать. Холодные трубы. Тут у нас закрыто. Блин, меня беспокоят звуки, которые там за стенкой. Я надеюсь, вы опять же смотрите ночью и... в наушниках. А там кого-то убивают, похоже, что ли? Твою мать! Блин, надо валить отсюда. Обоссанный матрас, надеюсь, это не моя работа. Так. Твою мать, я надеюсь, это не на время, потому что пока я тут парюсь, сейчас какая-нибудь говнина придет и меня тупо убьет. Давайте быстренько разбираться, что нам тут нужно. Это что такое? Монета. Старая монета, не знаю только чья. Моя. Я нашел, значит, моя. Между светом и тенью лежит целый мир. Этот мир принадлежит нам. Убирайся немедленно. О! Клочок бумаги. Интересно, что за «о» это написал. Тут у нас светящаяся трубка. Наш верный друг и помощник на протяжении первой части. Так... да, вот она. В принципе, даже не знаю, что тут делать. А давайте вот этот мы вот так вот приложим к двери, потому что меня, честно говоря, беспокоит этот звук, который доносился оттуда. Ну их нахер. Во! Только тебя разломать надо чем-то. Болты не ответите как. Возможно так. Хорошо. Есть одна идея, только сначала мы давайте
Служил нахер эту дверь. Она меня действительно очень беспокоит. Вот так, я думаю, будет вполне нормально. Скорее всего, монетку нам нужно приплющить тут. Расчистить. Так, возможно. А, ну да, точно. И теперь мы ее сожмем, да? Так, давайте встанем нормально, чтобы удобнее крутить было. Хорошо. Плоская монета. И теперь похоже, что у нас все получится, да? Отлично. Так, все. Нахер уходим из этой комнаты. Там я себя чувствовал крайне некомфортно. Загрузка. Непонятно, сколько я был в отключке, но голова просто раскалывалась. Или я быстро очнулся, или они очень сильно ударили меня. Я не понимал, что происходит, что самое интересное, меня это не волновало. Я хотел только убраться отсюда. Оттуда было написано, но я хочу отсюда убраться. Так, очередная вентиляция. Стрелочки. Не заманивает ли кто-то меня куда-то? Это что за нахер? Это разложившийся человек какой-то, что ли? Хрен поймешь. Ой. Так, я не понял. Каким макаром я прошел вперед и опять оказался там? А, ладно. Спасение. Мое или чье-то еще? Надеюсь, что мое. У нас быстрое сохранение. Твою мать. Что ж, видимо, вы нашли мою последнюю записку. Самое страшное уже позади. Если вы, как и я, только что добрались до вентиляции, то мы должны быть недалеко от столовой. Там теперь у нас настоящая крепость. Там должно быть безопасно. Весь свой маршрут я отмечал, так что если бы вы следовали моим меткам, то у вас все должно быть путем. Мы почти уже дома, где сухо и тепло. Говард, кажется, работал над лекарством. Может быть, мы сможем справиться с этой заразой. Вдруг мы найдем возможность разобраться, что к чему, когда я вернусь. А когда отсюда выберетесь вы, то попадете уже прямо на раздачу орденов с чаепитием. Или нет, вместо чая лучше горячий шоколад. Как вам такой вариант? Лично я за него голосую. Обожаю горячий шоколад. Парня, похоже, нехилый голод мучил, поэтому тут не читал. Главный химик. Не Лосвальд. По скрипту. Осторожней с охранной системой в столовой. Я сам ее делал, она реагирует на любую органику. Понятненько. Так, это что? Обвал. Видимо, нам сюда, но давайте сначала тут осмотримся. Хорошо. Бесплатных напитков достаточно. Батареечки. Ну и ладно. Так, что у нас есть тут? Тут у нас нет... тут у нас батарейки. Круто. Хорошо. Что дальше? Блин, неужели с тобой ничего нельзя сделать? Бесплатных... Зачем нам газировка, интересно? Зато сладкая и все еще ледяная. Понятно. Ладно, пойдем сюда. Тут у нас... Тут у нас опять шепот, мать его. Ненавижу. Батарейки и обвал. Как, в принципе, и было написано. Но раз тут написано, что обвал, и там действительно обвал, то тут у нас написано опасный участок. Там, видимо, действительно опасный участок.
Так, это что такое? Видимо, мне нельзя туда наступать, что ли? Ну-ка, давайте-ка аккуратненько. Ой, точно. Ну ладно, это было предсказуемо. Видимо, мы можем сделать вот так, или не можем. Потому что-то на эти прутья мне падать особо неохота, честно говоря. Блин, да что-то на ребро-то встало. Ну ладно, это будет у нас жесткая эквилибристика такая. Ладно. Хорошо, морозильник, а тут у нас стрелочка сюда, но, судя по всему, вот это да, эта штука достаточно холодная, чтобы меня убить. Хотя, конечно, думал, что это горячее, оказывается, это холодное. Так, спрячем фонарик. Ух! Тихо. Блять, уже не очень хорошо. Давайте мы вот эту дверь вот так подопрем. Может, поможет. А тут у нас что за туши? Судя по тому, что все тает, запах тут еще тот. Да, вонище. Термостат. Что такое? Кетчуп? О, прикольно. Давайте тушу кетчупом намажем. Может, с тобой что делать? Ну, скорее всего, с тобой и надо что-то делать, потому что ты... Судя по всему, как раз-таки воздействуешь каким-то образом на тот пар холодный. Возможно, так. Угу, понятно. Отлично. И все, судя по всему. В ту дверь, я надеюсь, мне не надо идти, потому что я бы этого очень не хотел, честно говоря. Так, ну-ка. Да, заперто. Отлично. Я даже рад этому. Так, подождите. Я же ее вроде заморозил. А, на время? Блин, давай быстрее. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Все, отлично. Что-то много загрузок в игре, кстати, на удивление. Я прям не ожидал. А, но в целом... Ой. Шеф-повар Дон Карлито ждет вас в столовой. Сегодня он приготовил пасту болонезе. Счастливый человек, хороший работник. Мы кормим только хороших работников. Так, это что за... Это ты сказал? Не Освальд. Главный химик. Так вот с тобой что стало. Мы только что записки читали. Понятно. Так, ну мне, видимо... А напоминают, кстати, эти лучи о Metal Gear 2. Там были похожие штуки. Там надо было отстреливать вот эти вот датчики, и тогда она вырубалась. Но у меня пистолета, к сожалению, нет. Поэтому придется... Ну-ка, давайте попробуем. Так, ну-ка. Да как тебя перепрыгнуть-то, ёлки-палки? Понятно. Будем знать. Ладно. Шеф-повар Дон Карлито ждет вас в столовой. Сегодня он приготовил пасту болонезе. Счастливый человек, хороший работник. Мы кормим только хороших работников. Да что он шепчет постоянно?
Так, что у нас здесь? Покер. Сходить в пятницу вечером. Все в каких-то каракулях. Да я что-то, честно говоря, каракуль не вижу особых. Так, ладно. Сегодня не пускать нечисть. Не открывается, служит замком. Пройдет только верная кровь. Хорошо, вход с какой-то непонятной штуковиной. Так, а что у нас здесь? Возможно. Там, судя по всему, дверь. Да, блин, хватайся. Ну. Да-да-да. Мусор мешает все еще. А так. Хорошо. Блин, эта игра уже вымораживает меня гораздо больше, чем Пенумбра. То есть первая часть. О, сохранение. Так. Нет кассеты. Какой еще нахер кассеты? Спирт. Для чего мне может спирт понадобиться? Интересно. Так, очередные глюки, приходы. Что-то тянет меня вовнутрь. О, кассета. Давайте заслушаем, что за Элов. Мое имя Элов Карпентер. Уровень возвышенный. Статус Котце. Заключенный. Некоторое время я наблюдаю за действиями Турнгайд, а потому делаю вывод, что скоро они придут за мной. Насколько мне известно, тихо. В данной секции я последний возвышенный, поэтому именно на меня ложится обязанность выполнения. Это на кассете? Протокола. Или это... То есть я должен записать известный мне способ нейтрализовать вирусную угрозу. Нет! Твою мать. Блин. Я уже думал, это тут рядом. Ох, что-то мне неспокойно, блин. У нас все заложено. А сюда ведет кровавый след. Ох, бляха, как мне неспокойно в эту игру играть. Ночью в наушниках это. Твою дивизию. Там есть что-то полезное, проклятый замок. Не тебя нечего, судя по всему, открыть. Заперто голыми руками, нет, не открыть. Что-то все заперто, что ж такое? Не открывается. Блин, что я мог пропустить? Вроде бы ничего. Тихо. Ой, как стрёмно, ой, как стрёмно. Чё-то я таки, видимо, упустил. Сейчас найдем, ребят. Сейчас все будет. Меня больше... Так, батареечки, хорошо. Да хрен возьмешь, что ж такое.
давайте вот этот сюда приложим и по ней уже заберемся за нашими батарейками. Что, где у нас может быть ключ, я не знаю, честно говоря. Ураган Джонс еще бушует. Видимо, последние события, которые здесь были еще при людях, были как раз таки датированы примерно этим 94-м годом. Потому что иначе что тут делать таким старым газетам? Ладно, что у нас есть? У нас есть блокнот, у нас есть газировка, светящаяся трубка, батарейки, сигнальный факел и спирт. Ничто из этого нам не поможет, насколько я понимаю, открыть дверь. Поэтому у нас как-то все очень неопределенно. Я даже, честно говоря, не знаю, что делать. Но давайте еще маленько тут пободаемся. Так, это что? Правила техники безопасности. Сюда я попасть, к сожалению, никак не могу. Ладно. Сюда я попасть тоже не могу. Тут у нас проклятый замок. Ладно. Тут у нас дверь закрыта. Хрен поймешь, честно говоря, что делать. Ну, видимо, мне надо вернуться, что ли, я не пойму. Ладно, я думаю, на этом мы завершим первую серию. Разбираться уже начнем в следующей. И что да как, выясним завтра. С вами был Артур. Надеюсь, вам все нравится. Всего хорошего. Пока-пока-пока.